А другой, предположительно, также нетрезвый водитель в Петербурге спровоцировал дорожный кульбит, в результате которого один человек погиб. За жизнь второго сейчас борются врачи. Но жертв могло быть еще больше. По предварительной версии, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением. На высокой скорости сначала врезался в бетонные плиты, затем машина перевернулась и буквально повисла на заборе рядом с будкой охранника предприятия. Судя по всему, водитель и пассажиры не были пристегнуты. Оба мужчины вылетели из салона. Охранник сидел, но он не услышал. Он уже вышел, когда уже машина врезалась. Поэтому, если бы не вот эти ступенечки, у нас бы охранника не было. Избежать пожара и возможного взрыва помогли приехавшие на место спасатели. Сейчас правоохранители при помощи экспертизы выясняют, кто находился за рулем легковушки.